Добрый день, уважаемые друзья! Добрый день, консультанты Орифлейм! Всех вас с прекрасным весенним днем поздравляю с наступающим праздником 8 марта. С вами сегодня я, Наталья Веселовская, менеджер отдела поддержки продаж. И сегодня у нас с вами такой очень знаменательный эфир. Мы сегодня выявим победителей. Во-первых, людей, которые выиграют замечательные наборы Норхен. И, конечно же, мы определим сегодня нашего консультанта, кто со своим спутником отправится в романтическое путешествие в Париж. Напомню, мы говорим сейчас об акции «Бонжур весна», которая проходила в каталоге номер 2. Все вспомнили? Да, я думаю, что раз вы сегодня сюда пришли в прямой эфир, вы наверняка помните эту акцию, участвовали в ней и мечтаете стать победителем. Давайте посмотрим. Просто вспомним. У нас была в каталоге номер 2 каталожная акция «Бонжур весна». В ней нужно было участвовать с 26 января по 15 февраля текущего года включительно. Что нужно было сделать? Нужно было заказать в каталоге номер 2 один из продуктов. Туалетную воду «Эклат Амур» или «Эклат Тужур». Указать обязательно промокод в своем заказе и обязательно оплатить заказ. И я хочу вам сказать, что когда мы снимали отчет и формировали список людей, которые будут претендовать на наши призы, оказалось их очень и очень много, и приятно много. И сейчас мы вам этот список покажем, потому что в этом списке сейчас я вспомню, по-моему, 8194 человека. Сейчас внимание на экран, потому что мы сейчас у нас компьютер один, мы этот список сейчас выведем, да, чтобы вы увидели, сколько много людей. И я вам расскажу, по какому принципу мы этот список собирали и как мы его сортировали, почему кто-то оказался впереди, кто-то сзади и так далее. Вот вы видите этот список. Посмотрите, здесь номер нашего консультанта. У нас, конечно, есть и ваш регистрационный номер, но мы его здесь не показываем. Это номер вашей накладной. Дальше дата размещения заказа. И обратите внимание на эту колоночку, потому что это время. То есть все, кто первый разместил заказы, мы идем вот в порядке, как вы их размещали. Посмотрите, даже с точностью до секунды мы знаем, когда вы разместили заказ. И в этом списке, пролистайте, пожалуйста, его до самого конца, посмотрите, сколько много людей. И я хочу сказать, что если вы размещали заказ дважды, трижды и так далее, вы все равно в этом списке будете несколько раз, потому что фиксируется номер вашей накладной. Если вы делали таких заказов в течение каталога 2, 3, 10,
значит, в этом списке вы будете такое же количество раз. И вот посмотрите, в нашем списке 8194 человека. 8194 заказа с указанием промокода было размещено в этот период. Я хочу сказать, что мы этот список сортировали. Во-первых, мы убрали всех людей, которые делали возвраты. Вы себя тогда там не ищите, если вы сделали возврат. И мы убрали заказы, которые были не оплачены. Поэтому в этом списке только те, кто разместил заказ, кто указал промокод и кто обязательно его оплатил. 8194 человека. Запомните эту цифру, потому что она нам будет очень нужна для определения победителей. Теперь возвращаемся к нашей презентации. Да. Ну, посмотрите, вот формула для определения. Сначала же мы, конечно, начнем с наборов Норхен. Прекрасных наборов, которые состоят из серёг. Это белый аметист, очень красивый камень. И замечательная подвеска, очень весенний, очень красивый. И, конечно же, они напоминают весенний Париж. Вот не знаю, как вам, а мне точно напоминают. Посмотрите вот на эту формулу. Формула, которая была заложена для определения победителей. Где вот это число Y, это количество людей, которые приняли участие в этой акции. Мы делили на 250, и это был наш первый участник. Если вы откроете правила проведения этой акции у нас на сайте, то вы увидите три формулы, по которым мы определим трех победителей, которые получат наборы Норхен. Но так как у нас вот этот Y известен, вы сейчас видели в списке, что это 8194 человека, мы разделили на 250 и получили вот такую цифру, 32,78. Ну, по правилам математики, мы округляем в большую сторону, если после запятой числа 5 и выше. Значит, первый у нас победитель в этом списке будет номер 33. Запомните эту цифру, потому что сейчас мы найдем этих людей. Давайте посмотрим. Сейчас мы откроем этот список и найдем порядковый номер 33. Да, сейчас поднимемся, очень список большой. И этот будет наш первый счастливчик, который выиграет замечательный набор Норхен, состоящий из серёг и подвески. Давайте посмотрим. Номер 33 в этом списке у нас. Садвакасова Шинаркул. Шинаркул, мы вас поздравляем. И совсем в ближайшее время этот набор отправится к вам. Мы еще пока не знаем, из какого вы региона или города. Если вы нас слушаете, напишите в комментариях, что вы нас услышали и откуда вы. Чтобы нам, ну, я думаю, что всем, кто нас смотрит, это очень интересно. И мы вас очень и очень поздравляем. Вернемся к нашей презентации. Да, и мы увидим победителя номер 2. Он определяется по формуле Y разделить на 25. Y нам известен. Это 8194 участника. Мы делим на 25. Можете на своем калькуляторе разделить. И вы получите результат 327,76. Мы округляем. И это в нашем списке участник этой акции под номером 328. И мы его ищем. И мы его ищем, 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 спускаемся вниз. И это Сирикова Балнур. Балнур, мы вас поздравляем. Вы стали обладателем замечательного набора ювелирной бижутерии Норхен, состоящей из серег и подвески с уникальными белыми аметистами. И этот набор скоро поедет к вам. И у нас еще есть третий набор. И мы тоже его определяем по формуле. Третий счастливчик. Формула выглядит так. Y разделить на 5. Если мы возьмем нашу цифру 8194 участника, мы делим на 5 и получаем цифру 1638,8. Округляем. Это участник под номером 1639. Смотрим, кто это. Спускаемся вниз списка. Я думаю, что каждый из вас затаил дыхание и смотрит, кто же это. Это же Писова Гаухар. Гаухар, вы становитесь обладателем набора Норхен. Серьги и подвеска в ближайшее время отправятся в ваш город. Мы еще не знаем, где вы живете, но мы очень скоро узнаем это.
И обязательно вам это отправим. Еще хочу вам сказать, что наши все победители, которые сегодня три человека, можно следующий слайд, у нас там есть фамилии, да, вы должны обязательно с нами связаться, для того, чтобы мы поняли, где вы живете, какой ваш адрес, как мы с вами вам отправить эти подарки, и что вы действительно существуете и размещаете эти заказы. Поздравляем! Покажите поближе еще раз наших победителей. Садвакасова Шинаркул, Серикова Балнур и Житписова Гаухар. Поздравляем! Ну, а сейчас мы с вами узнаем, кто же отправится в Париж. В Париж весенний или в Париж летний. Все равно, потому что Париж – это мечта, мне кажется, каждого человека. Хотя бы один раз в жизни там побывать. Все в Париже окутано любовью, все в Париже окутано романтикой. Это исторические места, это особая атмосфера. И мне кажется, каждый в жизни должен хотя бы один раз туда поехать. И вот кто-то из вас туда отправится. Прямо сейчас мы об этом узнаем. Внимание на мою презентацию. Да, для определения победителя, именно того, кто поедет в Париж, у нас есть другая формула. Она у нас есть на сайте, она была у нас с самого начала объявления условий нашей акции, и она довольно сложная, но тем не менее, у нас есть тот самый Y, 8194 человека, мы отнимаем 150, умножаем на 75 и делим на 115. Очень сложно, но в результате все равно появится цифра. И мы это сделали, вы можете нас проверить на своем калькуляторе, и у нас получилось 5246,09. Ну, по правилам округления мы отбрасываем эти цифры. Значит, наш участник под номером 5246 отправится в Париж со своим спутником. Давайте посмотрим, кто это. Держите кулачки. Вот он, список такой большой, столько людей. И каждый из них хочет стать обладателем этой поездки. Но у нас есть уже точный номер, точный человек. И сейчас мы его назовем. Ниже, да, потом чуть помедленнее, чтобы сохранить интригу, и это Амарова Гульнар. А вот про Амарову Гульнар я знаю, что она живет в Нур-Султане. И было бы здорово, если бы она сейчас нас смотрела. Но если она нас не смотрит, мы ей сейчас позвоним. Оставайтесь с нами. Хотите получить кучу положительных эмоций? Тогда слушайте, что сейчас будет. Она не знает. Поэтому не берет трубку. Наверняка она не в прямом эфире. Гульнар, ну возьмите трубку. Алло, алло, Гульнар? Да. Здравствуйте, компания «Орифлейм» вас беспокоит. Да. А вы у нас не в прямом эфире случайно? Нет, я просто сейчас на обеде у руководителя, у нас планерка идет. А, я прошу прощения, но я вам звоню с очень-очень хорошей новостью. Вы участвовали в акции «Бонжур весна» в каталожной? Да, участвовала. А что вы хотели выиграть? Ну, набор, наверное, может, нет. Да? И больше, и выше вашей мечты не поднимались никак? Я просто постоянно участвую в конкурсах и не выиграла, я думаю, вообще даже... А ну как же так? Подождите. Неужели вы не мечтали поехать в Париж? Так вы хотите или нет? Хочу. Ну так вы едете в Париж. Суинши. Серьезно? Да, вы стали победителем этой акции «Бонжур, весна». И вы едете в Париж со спутником. Серьезно? Серьезно. Верьте. Это вам подарок 8 марта. Париж, город любви, город романтики, самый романтичный город в мире. Да, вы отправляетесь в Париж, и мы вас очень-очень поздравляем. Сегодня в прямом эфире мы определили победителя. Очень жаль, что вы не видели, потому что сейчас в прямом эфире мы видим, что там куча лайков, куча сердечек в ваш адрес летит, поздравлений, все за вас радуются. Поэтому ловите все эти вот волны добра и любви.
Оставайтесь с нами надолго с Орифлейм, и в ближайшее время мы с вами свяжемся, и вы отправитесь в Париж. С кем поедете? Думали уже? Ну, конечно, с мужем. Вот теперь эту поездку также преподнесите ему как сюрприз. Я, кажется, до конца дня не буду верить в это. Верьте, верьте. Спасибо. Да, поздравляем вас еще раз. Спасибо. Оставайтесь с нами, и вам удачи, удачи. У вас сегодня счастливый Спасибо. День, поэтому если вы что-то сегодня задумали делать, еще другое, делайте сегодня Спасибо. Обязательно, потому что сегодня у вас все получится. Спасибо. До свидания. Я хочу сказать вам, что верьте в свои мечты, потому что с Орифлейм мечты сбываются. У вас все получится. Что бы вам ни предлагал, какие возможности бы вам ни предлагал Орифлейм, всегда участвуйте, потому что у каждого из вас есть шанс стать счастливчиком, воспользоваться возможностями Орифлейм, изменить свою жизнь к лучшему и жизнь ближайших к вам людей. Поздравляем еще раз всех с наступающим женским праздником. Любви вам! Добра, весны, тепла и успеха во всем. Спасибо.